Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. У нас 18 день, и я забираю вот этот вот замечательный сундук, в котором вот такие замечательные награды. Так, 40 рун аж целых получил, я успел посчитать, ты не думай. Ну что, у нас, наверное, событий никаких не будет. Опять какие-то, видишь, да, текстурные проблемки. Так, здесь я ничего приобретать не буду. Почему они периодически у меня появляются, вот эти вот артефакты, а? Ну-ка, копье одно есть. Так, яйцо, я не помню, что это. И 4 копья, я считаю, что это неплохо. Принцесса огнеедов, редкий. Она у нас есть, а если мы ее отпустим, получим 3 миллиона рыбы. Поэтому я ее отпускаю. Забираем 150 миллионов рыбы. Я не могу поверить, что ты нашел столько яиц, да еще и так быстро. Теперь у нас может не хватить викингов. Яиц много, и нам нужно место, где бы детеныши могли безопасно вылупиться. Не беспокойся, плевака, все будет хорошо. Отлично, мне только не хотелось бы быть рядом, когда об этом узнает гнилец. Гнилец. Гнилец об этом не узнает. Так, ну что, мы прокачиваемся с тобой. Водорез получает 95 уровень, и давай-ка мы ему, наверное, и не хватило, да, получается. Ладно, не хватило, это полбеды, потому что мы сейчас с тобой все это быстренько опять же замутим. Я думаю, рыбу тут кто-нибудь нам да принес. Так, 98 уровень, сколько тебе? Ух, 105. 105 нужно миллионов ему рыбы, чтобы прокачать. Так, а здесь у нас Барсик. И что же ты нам подкинешь на этой рулетке? Шестеренки, да? Или нет? Хм, руны. Сколько рун? 12. 12 рун. Слушай, давай-ка мы, наверное, его опять в приключение отправим. Увеличит награду. Слушай, неплохой костюмчик, но, к сожалению, у меня нету... У меня нету рун, чтобы это все приобрести. Так, корабль. Бесплатно. Так, Грэмгильда, ты что мне тут сейчас добудешь? Ну-ка, давай посмотрим. Мне бы хотелось получить руны. Ну, конечно, руны. Держи карман шире. 16 шестеренок, вот тебе вся награда. Так, что у нас там по приключениям? Соточку? Не, давай мы с тобой, наверное, в драконий край ее отправим. Пускай она летит себе тихонько там, да? И шуршит. Так, ты за древесинкой, пожалуйста. Сейчас мы что-нибудь с тобой сделаем. Водорез, подожди, уровень мы тебе поднимем обязательно. Рыба у нас тут должна быть. Так, за рыбой вперед. За рыбой вперед. Так, за древесиной. Так, тоже за древесиной. Вы, ребята, как тут мне? 23 миллиона принесли, здесь 27 миллионов рыбы, да? Ты мне древесину принес. Так, модификрылка, которая у нас 47 лямов приносит обычно. Отлично. Так, а ты что у нас там? Получаешь уровень. Ну-ка. Теперь хватит 147 миллионов. Я думаю, что для водореза хватит нам поднять уровень. Так, куда оно? Вот он. 96-й, твою ж налево. Нам еще, оказывается, много нужно. Я думал, сейчас на прокачку его отправим. Но, видишь, не тут-то было. Ладно. Так, все рыбацкие хижины заняты. Твою ж дивизию. Ну, ладно. Раз хижины заняты, пускай тогда летят на древесину те, кто может ее добывать, естественно. Так, ну а мы с тобой давай, наверное, откроем паки. Первый у нас идет бесплатный. Шторморез, древоруб, громобой. Так, и чутка ресурсов. Это мы отказываемся. Так, и рекламный у нас еще один есть. Монеты и начиночка самого пака. Шторморез, кстати, шторморез, ребята, прокачивается у нас до 17 уровня. Наконец-то он до этого дожил. Да и я, в принципе, тоже. Так-с, куда нам надо зайти? Сейчас вначале этих еще посмотрим, что они нам принесли. Сломанный меч. Ну и, как обычно, руны.
Так, а здесь камни и, опять же, тусклый янтарь. Так, а здесь у нас, по-моему, последний пак. Нет, ошибаюсь. Не последний. Так, крылатый ужас, костолом, душитель, вострозуб. Начать открытие. Так, а теперь давай-ка мы... Да какое, что тут происходит, я не могу понять. Теперь мне нужно зайти сюда, в мои драконы, и найти... Вот он. Улучшить, конечно же, друзья мои, 17 уровень. Ну, ты видишь, сам прибавка идет по здоровью 34, атака плюс 2, особое умение плюс 3 и защита плюс 1. 3500 нужно, чтобы дальше ему поднять уровень. Это очень много. Слушай, креветь у нас что? Оу. Креветик до 14 разряда повышается. Приятно удивлен, если честно, приятно. Так, лыкокрив, ну его-то, по-моему, надо качать, да. Да и уровень у него всего лишь будет 9-й. Слабенький еще, маленький. Так, что же нам с тобой еще тогда сделать здесь? Давай заберем награды, наверное, тут. Двадцаточка. Еще двадцаточка нам не хватит, да, чуть-чуть. Буквально 20 наградочек, чтобы взять приз. Так, драконы. Сейчас мы будем отправлять нашего беззубика, но уже, наверное, без рун, а так просто. Остров огнеедов. Ну да, бесплатно. Беги. Так, вот как раз у нас и хватает вроде бы, да? Сейчас мы с тобой получим награду. Ну-кася, что нам там выпадает? 750 якнога. А 750 якнога, это значит, что я могу себе позволить на рынке открыть еще один пак. Ну-ка. Рискуем, друзья мои. Древесина, рыба, рыба. 125 рун. Ну, как видишь, дракончика нам никакого не выпало. Или какого-нибудь украшения. Так, у нас все заняты здесь, да, делами? Ну, кроме, конечно, буйволорда. 187 миллионов, кстати, у нас рыбы. Так, где у нас там? Водорез, вернись. И я все прощу. Так, раз, два. Еще два разика, и все, будет нормально. Так, пускай дальше ее добывать. Ну что, давай посмотрим, что у нас там. Событий, естественно, никаких нету. Снеговика найдем, заберем. Но это уже так просто, чисто формальность. Угу, и события. Подготовка. Резкий отпор. Это будет доступно нам через 2 дня, друзья мои. Так что через 2 дня. Накануне Нового года, да? Грубо говоря. Отлично. Обязательно будем проходить. Ну, а пока у нас ничего нету, что тут плевака стоит у меня? Икинг, твой отец взял с меня обещание, что я всегда буду присматривать за тобой, когда его нет рядом. Не хочу, чтобы ты переживал за меня, плевака. У меня все хорошо. Что ж... Если когда-нибудь у тебя не все будет хорошо, ты всегда можешь на меня положиться. Вот так, теперь Икингу будет немного легче. 150 миллионов рыбы я получаю. Плевака, это ты все сделал на Олухе? Ты не обязан был это делать. Ха, честно говоря, мне нужно было чем-то занять себя. После гибели Стоика я сам не свой. Знаешь что, плевака, думаю, мне понадобится твоя помощь. Отец задал мне довольно высокую планку. Да, не зря его прозвали Стоиком Обширным. Слушай, а что, Стоик погиб? Я что-то в первый раз сейчас узнаю, что... По истории он же был же здесь у нас. Где он погиб-то? Ребят, если кто помнит, я что-то здесь не помню такого, чтобы и была история, когда он погиб. Он его все обучал, обучал, обучал. Потом мы нашли мать. Он еще был жив. А что-то он так скоропостижно скончался. Странно как-то. Хм, ладно. Академия подготовки предназначена не только для обучения драконов, но и для обучения викингов. Согласен, Беззубик тоже меня кое-чему научил.
Чем больше драконов мы обучаем, тем больше понимаем себя. Что ж, пора за работу. Я так горжусь своим сыном. Ребята, еще 150 миллионов рыбы мы получаем. Ты хорошо ладишь с драконами, Икинг. Думаю, это у меня от тебя. Я постоянно узнаю что-то новое от драконов, но многому учусь и у своего сына. Так, слушай, значит, мы сейчас прокачаем... Где у меня водорезик? Вернись. Трынь-трынь. Отправляем на обучение. Так, у нас даже еще немножко осталось для нашего костолома. Вот так вот. Пускай он пока летит за рыбой. А у нас там еще задание, да? Плевака, тебя искал Икинг, и ему нужна твоя по... Что случилось? Привет, я просто вспоминаю о своем старом добром друге Стойке. Ой, прости, не буду тебе мешать. Не уходи, можешь побаловать старика и послушать парочку старых историй. Конечно. Он как будто все еще с нами. Откройте крепость Брокера. Забираем с тобой 300 миллионов рыбы. Ах, крепость Брокера. Как давно я здесь не был. Судя по окружающему запустению, не ты один. Мы со Стойком провели здесь немало чудесных часов, когда были детьми. Жаль, что теперь здесь царит такая разруха. Угу, вернись. Так, так. Прикинь. Друзья мои, костолом у нас прокачивается до соточки. Поверь мне. Фу, кого же мы будем с тобой следующего? Я думаю, что, наверное, громобойчика надо вот этого прокачивать. Мы все ближе и ближе с вами к нашему заветному желанию. 12 драконов сотого уровня. Так, что там Икинг опять хочет? Я уверен, что она где-то здесь. Нужно лишь вспомнить, где я видел ее в последний раз. Астрид рассказала, что ты здесь что-то ищешь, плевака. Где-то здесь есть старая кузница, в которой я обучался кузнечному делу. Я всего лишь вспомнить не могу, где именно она была. Давай поищем ее вместе. Нашел. И еще 300 миллионов. Нифига, ребята. Кузница. Как раз то, что нужно сейчас Олуху. Добыча железа – работа непростая. Не зря мы закрыли кузницу столько лет назад. Да, но у нас есть то, чего не было у вас, драконы. Слушай, так это же шикарно. Обучить. Так, подожди, а какой... Кто у нас еще может обучаться? Ну-ка, давай посмотрим. Так, этого тоже, что ли, отправить обучаться? Пускай летит. А ты? Так, вот его будем прокачивать. Блин, чуть-чуть не хватает. Прежде чем добывать железо, мы должны как следует подготовиться. Забудь на денек, что ты вождь, и снова стань моим подмастерьем. С радостью, плевака, что мне нужно делать? Кажется, я начинаю припоминать, почему он перестал быть моим подмастерьем. Так, мы улучшим, 30 миллионов получаем. Плевака, если бы не ты, я, наверное, никогда бы не стал драконьим наездником. Ты настоял на том, чтобы отец позволил мне вступить в академию. И я никогда не понимал, что ты такого во мне разглядел. Почему ты решил, что мне это по силам? Что ж, честно говоря, ты был таким неуклюжим помощником, что я просто хотел, чтобы ты держался подальше от моей мастерской. Хитрец, хитрец тут. Короче, он его, да, как бы, типа, отшивал, типа, ну, иди там в академию куда-нибудь, только не мешайся мне под ногами. И, тем не менее, он, типа, таким образом спровоцировал на то, чтобы тот пошел и обучился на драконьего наездника. Отлично, кузница приведена в порядок, склад построен, осталось найти лишь подходящих драконов. О, что насчет шипорезов? Из них получаются замечательные сборщики железа. Хорошая идея, вперед, приятель. Эта кузница принесет много пользы Олуху и драконам. Поищите шипореза в каменных стенах. О как. Шипорез нам нужен в каменных стенах. Требуется уровень 85. Но это нужно... 85 уровень кого? Я так понимаю, без зубика?
А беззубик у меня только лишь 81 уровня. Кто-то говорил, Рэй, прокачай его до 100, он не так дорого стоит. Ну как недорого, ребят, 125 миллионов только лишь один разочек качнуть. А их нужно 4 раза качнуть. То есть получается где-то около 500 миллионов древесины нам нужно. Так, малыш Рыкошмык. Да, с рыбой вообще у меня проблема, не могу ничего делать. Так, ну что я хотел сделать? Все, ребят, мы с вами неплохо сейчас качнули, да, и водорезы, и костолома, и пойдем с тобой на арену. Быстренько наберем эти паки, две штуки необходимые нам, и будем закругляться. Ну, вот такая у нас серия. Видишь, события нету, так что только лишь на аренке мы можем с тобой повыпендриваться. Тем более, не забывай, что шторморез у нас получил новый уровень, 17-й. Вот теперь у нас барсик тут, конечно, отстающий. Так, ну что, поехали. Начнем с тобой с шепота смерти. В принципе, это правильное решение, мы всегда его придерживаемся. Либо шепот смерти... Ну, вылетает игра. Да, хорошо, что здесь мы с тобой ничего не теряем. Ну, вылетела игра и вылетела. А так бы, если бы это было на событии, мы бы потеряли 65 рун. Ну что же, бывает. Периодически вылетает. И, кстати, мне из подписчиков написали, ребята, что у них тоже вылетает даже на телефонах. Так что зря я, наверное, грешу на эмулятор. Так, что он там хильнулся? Нам надо будет потом с тобой как-то прокачать нашего беззубика до 85 уровня и попробовать найти вот этого шипохвоста или шипореза. Как он там? Шипорез, по-моему, да? Упс, мы сейчас с тобой потеряем таким образом нашего штормореза. Сейчас добьет. Голодранец добьет, да? Конечно. Но он зря радуется, потому что, естественно, мы с тобой отомстим. Причем по полной программе. Если он, конечно, сейчас не сделает суперудар. А он его не стал делать. Ну все, барсик, уничтожай его. Вот она, победушка. Ну что, у нас очередной поединок. Я смотрю, тут Хофер. Душитель. Давай, наверное, так сделаем. Ужасное чудовище пока подождет. Все, в барсик опять летит. Так, сейчас Хофер. Потом чудовище. Потом мы. Бомбанем сюда. Блин, я думал, что у нас хватит энергии, но не хватает. Барсик, пока. А я вот так вот сделаю. Он бомбит. Вот так вот, по Хоферу досталось, нормально. Угу, добиваем. Так, ужасное чудовище, естественно. Подожди, вот так вот он его уничтожил. А мы с тобой будем бомбить вот его. Все своим огоньком пуляет. Давай, наверное, так сделаю. И добивка. Как-то так. Ну что, друзья мои, вот такая у нас командочка выходит против нас. Змеевик, Громорог, ну и плюс, естественно, Пристиголовый. А точнее, это Барсик. Барс и Вепрь. Эй-эй-эй-эй-эй, тихо, вы что разошлись-то? Дружки, успокоились, я вам сказал. Эх, ты чуть-чуть не хватил. Ладно, шваркни. Ну, кому ты? Понял тебя. А ты что будешь делать? Вот докопался-то, а? Хиляемся срочно. Слабенько бомби, но потому что тут пониженная атака. В принципе, я думаю, наверное, мы тут сможем победить. Хильнуться. Блин, ну потеряем. Потеряем все равно, да? Ну, естественно. Как же он такой момент упустит? Не добить. Конечно, добьет. Ну, а мы тут, главное, побеждаем. Ну что ж, друзья мои, мы с вами получили обычный пак и один редкий. В принципе, неплохо. И пак вождя. Так, ужасное чудовище. Водорез, громобой защитник, кривоклык. Ну, как-то так. Ну что, друзья мои, я, наверное, буду уже закругляться на этом.
Обязательно увидимся через пару деньков, и у нас как раз будет событие. Ну, периодически будем заходить и собирать ресурсы, а именно рыбу. Рыба нам нужна, ее нужно очень много. Потому что сейчас именно от нее все зависит. Зависит прокачка наших драконов и, соответственно, наше дальнейшее продвижение в этой игре. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.